Друзья, всем привет! Сегодня ходила на рынок, купила клубничку. Это клубника домашняя, садовая. И она бесподобная, хоть на вид не особо такая вот красивая, но даже самые вот светлые ягодки, не особо красные, они и то очень-очень сладкие. Ну а сейчас расскажу вам, что у меня сегодня будет на ужин. Я сегодня сходила в магазин. Так подумала, что очень давно не готовила свиные желудки. Вот они охлажденные в упаковке. Одна упаковочка вышла у меня на 850 грамм, другая 874. В общем, за все я заплатила 205 рублей. Так, а килограмм стоит 119 рублей получается. Ну, подорожало, конечно, было вот недавно 87 рублей. Сейчас я все открою, выложу в раковину и хорошо-хорошо промою. Ну вот они у меня лежат в раковине, промываются. На вид, конечно, кто не видел, особенно молодежь, скажет, какой ужас. Но те, кто это пробовал, ел, конечно же, это вкуснятина. Сейчас все вымою, все вычищу. Ну, тут, в принципе, чистить нечего. Вот это вот желтое мне не нравится, сейчас почищу. И поставлю в кастрюлю варить до закипания. Варим. Пока желудки варятся, я почистила 4 луковицы. Ну, пусть будет побольше, может быть, 3 нам понадобится. Может быть, 4, а может вообще 2. Желудков у нас здесь целая кастрюля получилась. Их тут 4 штуки. В каждой упаковочке было по 2. Но они, конечно же, еще очень сильно уварятся. Какая вкуснятина нас ждет на ужин. Сейчас расскажу вам, как я сегодня сходила в солярий. С работы решила отойти на 20-25 минут, чтобы дойти. То есть время раздеться, одеться и 10 минут позагорать. Пришла, мало того, что там никого нет из персонала, одна какая-то парикмахерша, которая на меня даже внимания не обратила, сказала, ждите. Ну, я подождала 10 минут, по-моему, 12-13 минут уже прошло. Ну, что это такое за бред? Я за это время уже позагорала и ушла. Вот. На что она мне очень некрасиво ответила. Ну, получается, как бы как послала, так, в такой форме, более сдержанной. Ну, и потом все-таки решила сама включить аппарат. Зайдя туда, мало того, что аппарат сам по себе уже такой старенький, уставший, я пришла в ужас. Там на полу столько грязи, столько волос, столько пыли. Сейчас я вам вставлю фотографию. Вы, наверное, посмотрели, да, какая антисанитария. Я говорю, мало того, что и так аппарат старый, так еще и там за ним не ухаживают, не убирают. Я как-то ходила всегда после каждого клиента, ну, в другое место ходила. Всегда протирали санитайзерами разными, пшикали, брызгали, то есть после каждого клиента. А здесь, ну, я позвонила хозяйке, выйдя уже, конечно, она меня поблагодарила, говорит, хорошо, что позвонили, совсем разберется. Такая вот сегодня была история. Я начистила уже картошки, папе попросил на ужин картошки жареной. И жду, пока сварятся у меня желудки. Сижу, поедаю клубничку. Клубника, конечно, бомба. Очень вкусная. Не могу остановиться, надо прибрать. Я уже пол тарелки съела. Ну, у меня желудки закипели. Я их вот выкинула в раковину. Сейчас я их еще раз промою хорошо. Помою кастрюльку, в которой варились, порежу на дольки поменьше и буду варить часа 2 или 3. Ну, будем смотреть по готовности. Ну, вот у меня все промыто, порезано. Такие вот на кусочки помельче. Поставила варить. Сейчас закипит, уменьшу газ и забыли. Часа на 2 где-то. Поставила вариться еще 3 яйца. Сделаю салатик со свежим огурчиком и с молодой капустой и с зеленью. Ну и картошка, как я сказала, уже давно стоит начищена у меня.
А мы варимся. Уже, наверное, час прошел. Еще надо поварить. Прошло у меня 2,5 часа. Сварились желудки. Уже мягкие, хорошо прокалываются. Выложу на тарелку и пусть остывают. А я пока займусь луком. Порежу его полукольцами. Лук готов. Здесь я порезала на картошку пол головки. Здесь у меня 2,5 головки. Ну а теперь будем резать еще горячий лук термоядерный и сопли, и слезы, и все на свете. Сейчас будем нарезать уже желудок. Желудок буду резать вот такими вот длинными кусочками, как кальмары. Резать можно по-любому, как кому нравится. Ну вот, я все порезала полностью. Получилось, кстати, много. И теперь высыпаю в сковороду. Тяжело мне одной рукой поднять, высыплю. Высыпаю в нагретую сковороду с маслом. Так как при варке я ничего не перчила, не солила, чтобы побыстрее сварилось, сейчас надо будет все хорошенько посолить и поперчить по вкусу. Ну а теперь хорошо перемешаю. И пусть немного обжарится. Огонь я сделала посильнее, потому что все сварено, все очень мягкое. Мне надо, чтобы немножко обжарилось хотя бы с одной стороны, и потом добавим лук. Я сейчас нарежу картофель, пока обжаривается все. Картофель готов. Нарезала вот такими вот брусочками. Сейчас тоже отправляю жарить. Так, ну а здесь у меня аккуратно может стрелять. Вот еще обжарится. Ну а теперь, я думаю, можно добавить лучок. Еще 3 минуты у меня пожарилось. Тут картошка. Сейчас я это все хорошенько перемешаю. Ужин, конечно, не из полезных. Сегодня все жареное. Единственное, что салат с капустой будет, с огурцами, с морковкой и с яйцами. Ну, я стараюсь чередовать. Иногда полезные ужины, а иногда хочется и что-то вкусненького жареного. Ну и жарим до готовности, чтобы лук приготовился. Ну вот, через 15 минут мой ужин готов. Картошечка тоже готова. Сейчас будем кушать. Ну вот такая вот вкусняшка у меня получилась сегодня на ужин. Кофе. Еще раз хочу сказать, это ужин не для тех, кто на диете. Для тех, кто на диете, это вот. Ну, иногда я балую себя и своего мужа вот такой вкусной едой. Желаю всем приятного аппетита, кто ест. Спасибо за лайки, за комментарии. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока.